пожалуйста, давайте вот мы коснемся этого вопроса. Хотя это первый курс медицинского училища, но как вот из последних каких-то вот таких тревожных звоночков, я думаю, что это надо обсудить. Внимательно смотрите, какой препарат вы берете. Какой препарат вам дал администратор для выполнения процедуры. РИЧ. РИЧ. Потому что буквально недели полторы назад звонок, жалобы на то, что папулу держится больше недели, около 10 дней, и не проходит. На мой вопрос, какая была коробочка, серебристая или золотая? Серебристая. В коробочке был филлер, я вас поздравляю. Потому что черная – это рич, серебристая – это филлер, а золотая коробочка – это воля. А невнимательность здесь вот привела к тому, что препарат для контурной пластики был введен вот в этой технике. Поэтому вы посмотрели рич, вы вот здесь еще обязательно прочтите. А мало ли, а Бог его знает, вот австриец какой-нибудь там проспал. Поэтому это первый курс медучилища. Вы открываете ампулу, вы должны прочитать коробку, прочитать ампулу, а потом набирать ее в шприц. Будьте внимательны. Особенно... И что делал тот пациент? В фильме снимался. Ужасы. Я не знаю, что там делать, потому что рассосать это невозможно. Да, можно и микротоки. Воспользоваться случаем. Воспользоваться случаем, да. Ультразвук. Раскатывать, но это все равно все остается. Но все равно потом уходит. Ну, через 8 месяцев, да. Раньше, может, даже практически. Парадокс заключается в том, что когда результат хороший, он уходит быстро. Когда какая-то ошибка, чуть-чуть вот так, это все намного дольше. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, внимательнее. Такие ситуации бывают. У меня в практике была ситуация. Моя коллега, она работает с другими препаратами. На таможне перепутали. То есть таможенники вскрывали, контролировали. И вот не в ту коробку положили. То есть написано, условно, РИЧ. А вот здесь оказался... Тот же вот филлер или волин, поэтому вы открыли, вы еще раз себя проверьте, вот тогда это точно будет тот препарат, который...